Уважаемые правительства Оренбургской области, садоводы дачного массива Росташи 1, 2, 3 и Росташинские пруды, обращаем ваше внимание на ужасное состояние дороги, единственной артерии, соединяющей нас с Оренбургом. Мы ежедневно ломаем, гробим свои машины, преодолевая эту полосу препятствий. Утром, когда едем на работу, и вечером, возвращаясь с работы домой, хотя мы платим добросовестно налоги в бюджет. Интерес к загородной жизни особенно возрос в период пандемии, когда изоляция обнажила все болевые точки проживания в квартирах. На дачах проживает тысячи садоводов с детьми, стариками. Экстренные службы не могут выполнить свои обязанности по экстренной помощи, так как доехать к нам быстро нереально. Давайте с вами наглядно посмотрим, сколько людей ежедневно ездят по этой дороге. Это новая дорога Гаранькина. Здесь перекресток, съезжаем на ту самую дорогу. Вот этот вот отрезок дороги в ужасном состоянии находится. Как вы видите по видео, машины постоянно, ежедневно, ежесекундно. Трафик автомобилей очень большой, и все ломают свои автомобили. Эта дорога ведет на Росташи 2-3, тоже в ужасном состоянии. Эта дорога ведет на Росташи 1 и Росташинские пруды. Ну а теперь посмотрите, сколько людей ежедневно ездят в дачный массив. Вот это все дачный массив. И каждый, проезжая на машине, платя налоги, ломает свой автомобиль. Очень большая просьба обратить внимание на этот участок дороги. Мы очень вас просим.